Юль, я гороскоп на сегодня читала. Знаешь, что там про тебя говорят? Ну-ка, удиви. Говорят, неудачи у тебя чередой пойдут. Ой, по-моему, ты не те гороскопы читаешь. А какие я, по-твоему, гороскопы должна читать? Ну вот все тебе рассказывать нужно. Вот посмотрим следующий сюжет и сразу все поймешь. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Представляем вашему вниманию суперточный гороскоп на май. Овны, с каждым месяцем у вас все меньше радости. Уж слишком вы востребованные стали. Совсем не жизнерадостные. Попробуйте открыть глаза. Вокруг вас столько всего. В мае вам явно повезет в любви. Львы, вам что, тоже особое приглашение нужно? Ну почему же вы не видите ничего? Вокруг вас столько тайн, секретов, обманов, а вы молчите. Вижу, что в мае вы наконец-то разберетесь со всеми проблемами. Но это произойдет только после того, как вас серьезно подставят. Будьте крайне осторожны. Козероги, ну вы хоть свою жизнь под контролем держите. Горжусь. В наступающем месяце вы будете сиять как никогда. Но не расслабляйтесь, а то я сейчас перехвалю вас, не дай бог. Будьте более продуктивными. Вот вам мой совет. Весы, ну вас однозначно ждут большие перспективы карьерного роста. Лень, конечно, вам знатно мешает, но звезды говорят, что будущий месяц подарит вам кучу успехов. Прошу не забывать, все нужно делать вовремя, иначе светит вам подзатыльник от самой судьбы. Водолеи, пора работать над своими слабыми сторонами. Прекращайте уже безгранично веселиться и плакать из-за пустяков. Соберитесь уже в конце концов. Взамен на ваши старания звезды обещают вам подарить... А вот что подарить, это вы уже сами узнаете. Надеюсь, вы не подведете. Тельцы, в мае у вас появится несвойственная вам забавность. Видимо, приближение лета отлично влияет на ваше душевное состояние. Свесили нос свой и весь апрель так ходите. Но поверьте, звезды не врут. Поэтому готовьтесь к изменениям и принимайте подарки судьбы. А то она обидится. Близнецы, май у вас будет невероятно ярким и продуктивным. Вижу, будут новые знакомства. В наступающем месяце вы проявите свою творческую деятельность. Финансы, правда, пострадают у вас немножко. Поэтому лучше экономить. Раки, а у вас будет крайне интересный месяц. В апреле вы очень много ошибались. Пора все исправлять. Именно поэтому звезды дают вам шанс изменить свое прошлое, которое не совсем приятно сказалось на вашей судьбе. Девы, май подарит вам кучу успеха. Чем бы вы ни решили заняться, все пойдет именно так, как вы хотите. Почему же судьба дарит вам такой щедрый подарок? А вот я вам объясню. Вы отлично поработали в уходящем месяце. Не зазнавайтесь, у судьбы сейчас очень сложный период, и меняет она все моментально. Желательно ее не злить. Это так, предупреждение. Скорпионы, вы сами можете устроить себе праздник, не нужно ждать чуда. Да, не всем так везет, как девам, но соберите себя в кучу. Нюни распустили в последнее время. В мае это сыграет против вас, если вы, конечно, не решите поменять взгляды на свою жизнь. Стрельцы, изменения вам явно к лицу. Вы достаточно потрудились в апреле и можете позволить себе небольшой отдых в мае. Но все свои недоделанные дела доведите до конца и не бросайте на полпути. Будьте добры к людям, которые вас окружают, кричат вам звезды. Рыбы, а вы слышите всех, кроме себя, подстраиваетесь под всех. А чего хотите вы? В мае вы задумаетесь над этим вопросом и поймете, как это важно. Ваше счастье рядом, пора бы его уже увидеть. Берегите себя, будьте осторожней и прислушивайтесь к звездам. Ой, завтра же май уже, совсем что-то я запуталась. Да, и выходной завтра, и в школу не нужно. А потом и на следующей неделе выходные длинные. И лето не за горами. Осталось оценки потянуть и свобода. И теперь я думаю, что нужно пойти прогуляться. С радостью, но только после того, как закончим наш выпуск. До новых встреч! Пока-пока! Song.